семье Кондратенко всегда весело. Здесь растут три богатыря – Ваня, Лёва и Миша. Все мальчишки-погодки. Я уже даже не думаю о том, что они у нас появились, что их когда-то не было. То есть и у них сложилась такая очень, скажем, такая хорошая компания. У них очень теплые отношения между собой. Вот, они друг по подруге скучают. Вот сейчас Ваня находится в больнице. Вот Миша вчера звонил ему, интересовался здоровьем. Разговаривал по телефону. В семье Кондратенко есть еще и старшая дочь Анна. Сейчас она учится в медицинском университете и помогает маме по хозяйству. А также в воспитании ребят. Ванюша – родной сын Ирины, а Миша и Лёва – приемные. Когда посещали, то есть, деток в доме ребенка, все детки очень так реагировали живо на появление взрослого человека, подходили, то есть всем хотелось там, ну, как-то поговорить, может быть, там обняться. Вот. Это, конечно, ну, было тяжело на это смотреть. Вначале Ирина планировала принять в семью только одного ребенка, сироту, и это был Лёва. Но сердце женщины защемило от боли, когда за ней буквально по пятам стал ходить еще и Миша. Когда мы знакомились с этим ребенком, то есть за нас ухватился еще один мальчик. Вот, и в итоге у нас появилось в семье два ребенка. Не ко всем мы детям быстро привыкли. То есть, допустим, с Мишей мне было проще. То есть, может быть, не знаю по какой причине. Несмотря на то, что он очень активный, живой. Лёва, конечно, поспокойнее, но, может быть, в силу его состояния здоровья и индивидуальных особенностей, конечно, с ним было тяжелее, и тяжелее было к нему привыкать. Это сегодня Миша делает успехи в спортивной гимнастике, но первые полгода он, приходя на занятия, прятался за снарядами, ведь в доме ребенка мальчик не видел ничего подобного. Отогревшись под маминым крылом, взявшись за надежную руку тренера, Миша оттаял и начал старательно заниматься. Сейчас он участвует в соревнованиях и занимает призовые места. Я очень рад, что живу в семье, и у меня очень большая семья. Я честный, очень добрый, но когда меня Ваня с Лёвой доводит, то, может быть, мама не покажется. Я очень люблю своих братьев и с ними дружу. Я читаю книжку, шашки играю, шахматы. Они все очень замечательные, ну, я так считаю, то есть я к этому пришла. И вы знаете, что они друг друга дополняют. То есть Лёва у нас склонен к музыке. Миша у нас больше преуспел в спортивной гимнастике. Ваня у нас, ну, интеллектуал. Поэтому они посещают у нас разные, учатся в разных школах. У них индивидуальные, то есть занятия. Ваня ходит на фехтование. Без Ванюши очень скучно, признаются ребята. Сейчас мальчик лежит в больнице. Лёва и Миша тоскуют по нему, не хотят играть в шашки и шахматы. Непростые комбинации, сложные логические задачки для них придумывает именно Ваня. А еще в семье Кондратенко все очень любят животных. У ребят две кошки и очаровательная собака. Это моя собака Бяша. Ты любишь животных? Да. А кто гуляет с собакой? Моя сестра и мама иногда. А ты почему не гуляешь? Я тоже гуляю. Ирина до сих пор не может понять, как она все успевает. Многодетная мама работает в составе избирательной комиссии Курской области. Во время выборов ей порой приходится задерживаться допоздна, но дети всегда сыты, обуты и под присмотром. Очень помогает старшая дочь. Детям нужно давать внимание, прежде всего. И тогда, то есть, дети будут слушать и будут подражать взрослому. Если мы хотим, чтобы ребенок читал, нужно читать. Если, допустим, мы хотим, чтобы ребенок занимался музыкой, то есть, если вы даже не играете на музыкальных инструментах, то, я считаю, нужно хотя бы вместе посещать какие-то концерты. Как бы ни были заняты взрослые, они обязаны находить время для своих детей. Родители должны знать, что интересует дочерей и сыновей, что их беспокоит. Дарить им как можно больше любви, понимания и тепла. И тогда
Даже самое колючее сердечко раскроется, как бутон ароматной розы, уверена Ирина. Я стараюсь не давать ребенку гаджеты, мобильные, сенсорные телефоны, потому что компьютерные игры у нас отсутствуют. Так мозг ребенка устроен, что он может воспринимать определенное количество информации. То есть, если информации это слишком много, вот то же самое просмотр страниц в интернете, то для всего остального у него не хватает ресурса. И то, что нужно, то, что важно, не удерживается у ребенка в памяти, не акцентироваться на этом внимание. Вот. И поэтому то есть, у нас... Можно сказать, что такие вещи у нас в семье не приветствуются, и я стараюсь ограничивать общение детей вот именно с такого рода программами. Ирина Кондратенко – прекрасная мама, воспитатель и педагог. Она считает, что каждый ребенок – драгоценное сокровище, более хрупкое, нежели стекло, которое легко разбить или испортить, нанести непоправимый вред. Поэтому как можно чаще уделяйте внимание своим детям, хвалите, обнимайте и целуйте их. Ведь только любовь способна преодолеть все преграды.